Истоки этого проекта в металлических листах. Идея заложена в воспроизведении тонкого металлического листа с характерными легчайшими вмятинами и незначительной неровностью поверхности, которые были заметны только на свету. Какой была цель, которую мы перед собой поставили? Таким образом, мы создали плитки с эффектом металлических листов, где легчайшее движение поверхности порождает отражение света. Это модели-прототипы, которые мы выбрали согласно логике. Лучше, меньше, да лучше. Мы взяли за основу базу из алюминия для черного слябы с темной стали, после чего мы взяли картен, как на внешней стене нашего шоурума, и бабушкину кастрюльку из белой эмалированной стали. После этого мы изучили чугунные крышки канализационных люков, которые нам встречались на разных улицах мира. Мы выбрали 8 прототипов и выполнили их в тех же цветах, что и фоновая плитка, и в формате 37,5×37,5, в дополнение к напольному покрытию. Базовая плитка District имеет следующие форматы: 75×75 и 37,5×75. А также смешанный формат 37,5×75. И, наконец, мы впервые разработали облицовочную плитку под маркой Леонардо в формате 7,5×30. Мы отталкивались от следующей идеи. Переливчатые эффекты, как если бы по металлу разлилось масло, продуманные цвета и эффект кладки. В результате на свет появился следующий проект. Идентичные 4 фона с плитками, имитирующими эффект чугунных крышек для облицовки, равно как и очень интересные декоры и бордюры.